Всем привет, с вами Пердраб, и мы продолжаем играть в Warhammer 40 000 Fire Warrior, в нашу ФВшечку. Давно я не играл в нее. Продолжаем, я уже даже... позабыл, на чем мы там остановились-то. Помню только то, что в прошлой миссии под конец был капец полнейший. Ну, в общем, мы дальше всех на корабле. И мы должны продвигаться дальше, уничтожать имперские войска. Топы имперских войск. И все во имя высшего блага. Так. Цель задачи, блин, не успел прочитать. Отлично. Кто стреляет? Ладно. Кстати, вот в менюшке, когда двигаешь... Ну, как сказать, они... курсором, не знаю, как выразиться. Звук очень сильно напоминает звук из игры Siphon Filter. Где он был? Ладно. Кто, может быть, играл на первый PlayStation игру? Ты дальше на корабле, чем кто-либо еще. Ты близко к мостику. Если ты возьмешь в плен адмирала, мы заставим их взять перемирие. Твоя задача найти и очистить мостик корабля. Все. Кто, может быть, играл на первый PlayStation игру Siphon Filter? Про Логана. Игра просто шикарная. Мы будем бить! Там, видимо, где-то были снайперы. Какая резкая! Мышка. Я вообще фиг знает, где снайперы были-то. Так, показалось, что по тени вообще. А, вон. Помер. Ну то давай загибайся, речь, думаю. Может быть неудобно прицел, а? Причем в игре одна резкость, как я это уже говорил. А вне прицеливания резкость совсем другая. Так, ну вроде все. Засада. Так, ну пока я снайперку выбрасывать не буду. Слушай, он издевается, да? Слушайте. Так, этого не видно, да? Да, ну чё за имба там сидит? Короче, не попадет. Так. Какое неудобное управление, ребята, там просто познали. Ну, гранаты решают, конечно. О, мистер комиссар. Ну, гранат много. А где возьму синий ключ? У меня вот появляется вопрос, так что это появилось? А, поменять оружие ему. Yeah.
А, тут проход есть еще один, ясно. Так, вообще фиг знает, где они, я их не вижу. Ни одного снайпера, хотя... Стоп. Нет, нет. Так, походу имперцы питаются одним лишь сыром. А, вот, ё-моё. Перезарядочка. И хэдшот, причем тоже с наводкой. Опачки. Дяди космодесантники идут. Иди сюда. Чё ты такой серьезный? Вижу одного. Боутеров мало не бывает. Ой, ё-моё, ё-моё. Данная наводка, работай! Тут как бы сам не поцелишься нормально. И наводка. Ладно, пробуем проскочить. Хотя... Держать линию! Вперед! Вперед! Гвардейцы нам любезно раскидали снайперские винтовки. Вроде все. Где должен быть еще? Да ладно. Так, побежали. Блин. Где они были, ё-моё? Я сейчас с самого начала все, это, конечно, жопа. Ну, с самого начала. Нужно будет потом, когда будет писать следующую серию, сделать поменьше чувствительности, потому что очень неприятно. Все тихо. Раз у меня ни разу не попал, ё-моё, это нечестно. Ну-ка. Типа снайперская винтовка действует только на снайперов, интересно, или нет? О, он зашел вовнутрь. А у меня нету болтера. Меня сейчас жопу-то надерут. Еще в текстурку застрял. Имперская псина. Нет. Так, ну надо один выстрел, я труп. Ну хоть броня есть, ладно. Боутеры тут не вариант. Хотя сейчас, наверное, снайперов раскидаю и снова подберу его. Наверное, подберу. Да откуда они стреляют? Какой-то сан уровень не могу пройти. Ё-моё, что не так?
Причем отсюда их вообще не видно. А на смов типа самонаводка не работает. Шикарно. Активности нет. Да ё-моё. Ты где, друг зеленый? Все тихо. Подойди, зеленокожий, ё-моё. Патроны кончились. Так. Как же тут еще тебя непонятно, где враг? Ты умрешь? Не вот фиг знает, последний это был или нет. А будь не думать, что последний. Так, ну всех снайперов я бахнул. Рожки, отлично. Стульчики, кресло. Это, наверное, типа для космодесантников элитные табуретки. Да вы откуда взялись, ё-моё, вас же не было. Куда вы беретесь? Патронов для болтера, хорошо. Да, они с неба падают. Да ё-моё. Отлично. Тут что-то даю слишком много патронов, походу дальше будет замес жесткий. Так, а тут ничего нету, никаких секреток, ничего. Там они по небу бегают, да? Ну, подождем, пока подойдут сами. Броня восстановится немного. Да ты... Серьезно? Гвардеец, который умирает только с трех выстрелов с болта. Все по канону. Стаут, ты какой косой, ё-моё! Гори в аду. Я уже ненавижу.
Ладно. А где патроны? Пойду лучше автомат возьму. Окстик. Портреты. Череп, кстати, похож на чем-то на хищника. А выйти не даду за патронами, ясно. Какой-то комиссар. Или, наверное, капитан. Больше на комиссара похож, ладно. А, стоп. Болт. Ну, да, проблем нету. О, хпшку спрятали. Так, тупик. Чувствую, тут будет куча космодесантников. О, как я предвидел эту засаду? Да умри ты, говно! Наконец-то. Так, а тут что у нас? Тут ничего. Там дверь закрытая. Активности нет. О, смы. Здрасте. Сервитор с дробовичком. Это, походу, мостик. Ты дебил, только что сервитора убили. А вот еще. А он, кстати, стоит капитан. Корабля. Ложучих там! Убить его! Подходи по одному, талибский морда. Всех убью, один останусь. Ой, там еще какой-то красный СМ был, или не красный, или это текстурка забагала. Фиг знает, но он был красный. Сейчас будет тактический маневр, обход. Что-то, кажется, как-то он не прокатит. Ну, минус один есть, хорошо уже. Если бы в реальности были такие космодесантники в Империума, то, я думаю, Империум бы не выстрелил. Да? Хотя мы еще насмотримся на профессионалов хаоса. Поэтому у них фэна идет на равных, практически. Какие системы, а? Топовый ПК. А тут, кстати, кнопка сломанная. Судя по всему, ну ладно. Активности нет. Ой, ё-моё, капитан! Капитан! Я все понимаю, но... Два капитана. А один еще темнокожий. Это уже вдвойне опасно. Хотя не, они умом не отличаются от обычных комиссаров и космодесантников. А этот выжил или нет? Всем прекратить огонь! Сосать. Кейс! Кейс! Ты слышишь меня? Вы видели? Твоя телеметрия разрушена! Кейс! Вы видели его лицо? Это был явно капитан Ленин. Капитан Ардиас! У нас Тау! Он без сознания! Убейте его! Нет! Оставить его живым! Отведите его на удерживаемую территорию. Почему он вырубился? Почему он его не добил? И почему против меня Ленин? Это явно Ленин, только у него вот хрень на глазу. И это кибернетический глаз какой-то, неважно. Но это явно Ленин. Инфосотка. Милорд!
Следует вести переговоры с особой осторожностью. Эти люди хотят искоренить нашу расу. Почему мы должны верить, что они сдержат свое слово во время перемирия? Я не доверяю человечеству, Руша. Я доверяю космическому десанту. Я верю капитану Ардиасу, как и Тау. Он борется за великое добро. Он сдержит свое слово. Правитель империи и адмирал преклоняются перед ним. Если Ардиас требует мира, он будет достигнут. Но почему этот военный просит мира? Потому что, Луша, я верю, Ардиас предстал перед большой угрозой, чем-то более опасным, чем война с Тау. Ну прям второй император, по их словам, а? Саламанды нехорошие, а ультрамарины, батики хорошие. Эх, все ясно, короче. Ардиас, я должен вытянуть протест. Почему нас заставляют вести переговоры с этим отребьем? Должен ли я тебе напоминать, адмирал Константин, что это отребье случайно проникло в тюрьму правителя Северуса и случайно освободило имперских заключенных? Отребье? Они слишком опасны, чтобы быть отребьем, адмирал. Но, капитан, это моя священная обязанность искоренять чужаков и ересь. Это наша священная обязанность защищать империю от внутренней и внешней угрозы. Однажды мы заключим мирное соглашение с расой Тау, но не сегодня. Я должен остановить эту войну, чтобы сконцентрировать внимание на большей угрозе. Я вас не понимаю, капитан. Какая большая угроза? Рак, адмирал. Опухоль должна быть удалена. А вот и представитель Тау. Время отдать ему его спасителя. Не верю. Вот ну не верю. Он слишком грязный, и у него слишком много шрамов для ультрамарина. И почему у них красная окантовка? Конечно, я видел ультрамаринов красная окантовка, но в основном она у них золотая. Ну ладно. Вот твой воин. Он без оружия. Он хорошо сражался. Мы его ценим. Он спас мою и многие другие жизни. Мы не убили его в знак нашего доверия. Мы держим слово. А еще по ордену пристрелял. Он просыпается. Мне надо встретиться с правителем Северусом и договориться о перемирии. Я вернусь позже. Активности нет. Так, я в имперской каюте. Отлично. Тут я, кстати, вроде был. Тут вроде будут как раз-то ультрамарины. Да. Ну, можем рассмотреть. Иди туда, Тау! Капитан ждет тебя! Ну, в общем, вот они, ультрамарины. Снова хорошие. Правда, доспехи не слишком чистенькие. Но это ультрамарины, да. Еще у них должны быть глаза зелеными. Как у всех космодесантников. И не такими большими. Ну ладно. А ты что скажешь? Игнор. Окей. Ну я сзади. Здрасте. О. Еретик. Блин, капитан, спойлер. Это наше дело. Император думает иначе. Капитан, любое вмешательство в дела Тау касается империи. Северус, вы мне угрожаете? Не угрожаю, капитан. Предупреждаю. Ты будешь делать то, что я прикажу. Прими перемирие. Я хочу отметить, что меня заставили это сделать против моей воли. Уверяю, ты не разочаруешься. Я сделаю все, что необходимо. Я объявлю перемирие, как вы просите. Я гарантирую, что никто не будет разочарован. Ты свободен. Кстати, вот тут вот у него рожа не такая грязная. Я запомнил тебя. Я ничего не забываю. Астарты не будут здесь вечно, Тау. Не обращай на него внимания.
По правилам перемирия мы идем дальше, или его голова будет расплатой. А еще у него ноги не хватает немного. Ладно. Я адмирал Константин из рода Невис. Приветствую амбассадора расы Тау. Я Ковыш из клана Ваша. Я пришел с миром. Миром? Здесь не будет мира, только лишь хаос. Ты Тау. Ты найдешь свое оружие в той комнате. Спасай своего Этериала. Но смотри, не попадись у меня на пути. Вот то что. Дайте шлем. О, каска. Тау. Пулеметы. Я прорвался на вашу чистоту. Войска хаоса захватили вашего лорда Этериала. Вам лучше поторопиться, если вы хотите спасти его. Ардиас на подход. Изи. Ну-ка дайте мне болтер хаоса. О, найс. Вот сделан он, кстати, довольно хорошо. Прям хаоситский. Так. Возьмем хаоситский, наверное, болтер. Да ты попади же, блин! Что это за говно было? Обойму высадил, ё-моё! Катабазина умная! Проще их с пулемета убивать. Болтеры уж очень косые, конечно. Это типа варп, наверное, это что-то хаоситское. Ой, оно мне хп отнимает, ё-моё. Еще и так сильно. Предупреждали бы. Да блин, ну снова промазал. Вот по таймингу отходит. Нужно было как-то поэпичней добавить хаосита. Вот в Space Marine в игре там Немирот как-то так неожиданно эпично появился. Тут как-то фиг знает. Так. Ну, да ладно, я не пойду, еще сдохну. Так, это красиво выглядит. Вот базара нет, сделано красиво. Если бы еще графика была крутой, то вообще. Ё-моё! Да ты попадешь, Болтер? Косое говно! Или так вот только хаоситов? Что меня сейчас убило? Ладно, ребят, давайте на этом остановимся. Тау, я прорвался на вашу чистоту. Войска хаоса захватили вашего лорда Этериала. Вам лучше поторопиться, если вы хотите спасти его. Ардиас на подходе. Ладно, ребят, давайте на этом остановимся. Продолжим в следующей серии. Спасибо всем, кто посмотрел, ребят. Всем удачи и пока.